Полгектара стихийной свалки обнаружено на сельхозугодьях в Казбековском районе. Об этом сообщает Россельхоз Республики. Рейд проводился совместно с Министерством природных ресурсов. Мусорный полигон был обнаружен в селе Ленинаул. В основном это пластик, полиэтилен, стекло и другие бытовые отходы. В ближайшее время будет выдано предписание администрации села, согласно которому необходимо ликвидировать свалку и привести земельный участок в пригодное состояние для использования по назначению.